Вадим Красносельский сегодня встретился с послом США в Молдове Кентом Локсдоном. Говорили о ситуации в Приднестровье и ближайших странах, помощи украинским беженцам и необходимости продолжать переговорный процесс даже в таких условиях. Вот что сказал на встрече президент. Я встречался с действующим председателем господином Рау, министром иностранных дел Польши, по линии ОБСЕ. Мне встреча понравилась, и понравилась тем, что вот польское представительство нацелено на мир. С кем бы я ни встречался, да все говорят о мире. Никто не говорит о войне. Если это правда, никто не обманывает и не лицемерит, надо объединить усилия, по большему счету, в гарантиях мира здесь, в Приднестровье. Президент обсудил с послом США совместные гуманитарные проекты. Кент Локсдон, в свою очередь, сообщил, что сегодня встретился с представителями еврейской общины, производителями фруктов, посетил центр для беженцев, с некоторыми пообщался лично. Граждане Украины рассказали, что условия, в которых они живут, хорошие, и поблагодарили приднестровцев за то, как их здесь приняли.